У нас езда по валу, да? Этот же кружочек остается, разгон, торможение. Максимальный разгон до фишечки. Здесь мы тормозим передний, задний тормоз и поворачиваем. За покрышку выезжать нельзя. Здесь за покрышку выезжать нельзя. Держим вот до того конуса. От него начинаем тормозить. Передний, задний тормоз и коробка передач. Да, багаж, слушай? Ты не слышал, я сейчас раза не слушаешь меня, да? Потому что ты хочешь говорить, а ты учись слушать. Я же сказал, ездим по овалу от фишки до фишки. Ты у меня спрашиваешь, а мы ездим по овалу? Ты слушай, не надо думать, что ты скажешь, хорошо? Давайте поехали. Всех буду ругать. Почему ты передним тормозом не пользуешься? Мы вчера срабатывали там что? Почему нога у тебя висит сбоку, в повороте? Где ножка должна быть? Правильно. Пластику поджали вперед и поворачиваем. Тормоз у нас. Сколько тормозов? Четыре. Четвертый это уже ты. Основных. Два. Ну, у тебя три, то есть четыре, у него три. Четыре. А, четыре, да, у него три. И у него три. У меня четыре. Понятно? Да. Опять же, кто тормозит на баке? Я. Нельзя так. Задняя стоечка, уперлись пяточками под ножки, ручки ровные, оттормозились, наклонили. Вот ребро. Садимся на ребро, здесь очень скользкий поворот. Раз по ребрушку, подсели, ножку вперед и поехали. Разгоняемся сильнее. Егор, садись к крышке бака, сидишь на заднем крыле, поворачиваешь. Поехали. Oh,
добавляется вот этот участок. Мимо колесов. Развернулись. Повернули сюда в овал. Развернулись и опять поехали туда в конус. Понятно? Да. Большая скорость, да? Блин. По волне. В задней стоечке. Грузим амортизатор, чтобы он отрабатывал. Ни в коем случае, Егор, не лезем вперед, вот так не стоим. Богдаш, раз заднюю стоечку и поехали. Хорошо? Да. Олесь, поняла? Попробуйте, я все подскажу. В эту сторону поехали. Комфортно. Нормально все? Да. Устраивает? Так, вот здесь, Богдаш, не лезьте вперед. Все, выше поворот, сидя можно здесь. Только зеленка началась, первый конус. Все, на ножки ушли в стоечку заднюю. Зажали мотоцикл ножками, чтобы он не ушел. Выровняли ножки и погнал старт. Понятно? Егор, молодец. Олеся, молодец. Поехали! Осталось еще две серии.